Через весь город и по встречной полосе сотрудники ГИБДД поймали угонщика. Сообщение о краже поступило от хозяйки машины. Патруль ДПС немедленно отреагировал на сигнал и отправился на задержание. Однако нетрезвый молодой человек за рулем чужого авто просто так покидать его не собирался. Проследовал за данным автомобилем, включили проблесковые маяки, звуковую сигнализацию, потребовали водителя остановиться, прижаться вправо, на что водитель не реагировал. После чего начал набирать скорость, мы стали вести преследование. Задержать угонщика удалось только на Коробово. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в сугроб. Нарушителем оказался 26-летний магнитогорец. Позже выяснилось, что за плечами у него уже есть одна судимость. Теперь ему грозит очередной срок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый в совершении данного преступления в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. В полиции отмечают, с начала года в Магнитогорске зарегистрировано 10 случаев угона. Половина таких преступлений раскрыта.